О событиях, которые навсегда останутся в истории 2022 года и самой Одессы, поговорим со спикером оперативного штаба Одесской областной военной администрации. Сергей Брачук сейчас присоединяется к нашему эфиру. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Сергей Борисович, ну вот год тяжелый был, год непростой, война плавно перешла в 23-й год, но мне кажется, вот у всех на календаре по сей день сейчас 24 февраля. У вас как? Есть такое ощущение? Конечно, есть, потому что все мы с первых минут, абсолютно верно вы сказали, ощутили то, о чем мы говорили, но, наверное, до последнего момента не хотели в это поверить, оно все-таки случилось. Разрывы, никаких сирен, а просто разрывы, летящие ракеты, которые упали с первых минут начала большой войны и прилетели в Одессу, в Одесский регион. У нас в первый день было 22 погибших, более 30 человек были ранены. Это взрывы, это дымы, это угроза высадки российского морского десанта. То есть это то, что действительно изменило и меняет нашу жизнь до и после. 24 февраля, наверное, продлится до того дня, когда мы уже назовем другую дату, и она будет для нас всех, для миллионов украинцев, для миллионов, я бы сказал, наверное, миллиардов людей во всем мире будет Днем Победы, света над темнотой и разума над тем, что происходило и происходит, и, к сожалению, переходит в Новый год, перешло Новый год в эти месяцы. Надеюсь, что этот год будет все-таки победным. Вы абсолютно верно тоже сказали, что враг и сегодня смотрит в сторону Одессы. Он и будет смотреть до полного разгрома в сторону нашей любимой Одессы, нашей морской столицы. Знаете, мы в городе часто говорим, что мы в Украине пусть и не первый город, но и не второй. Но я хотел бы, чтобы враг смотрел в сторону Одессы всегда только с опаской, так как он будет смотреть в сторону нашей страны. И действительно показали уже первые минуты, у нас начали формироваться батальоны самообороны, тогда мы начали их называть территориальной обороной. Наверное, еще сами до конца, если быть откровенным, не понимая, с чем нам придется столкнуться. Мы понимали, что большая война, среди нас было очень много людей, которые уже прошли, в том числе и АТО, и ООС. То есть мы прекрасно знаем, что и знали, что такое война, потери близких, родных. Но вот в тех масштабах, которых война просто ворвалась в нашу жизнь. Наверное, даже мы в тот момент не подозревали. Сергей Борисович, вы правильно тоже сказали, что помните этот первый день войны, помните о больших потерях для Одесского региона. День был действительно очень страшным. Я помню, тогда следил за всеми этими новостями. И вот казалось, что все это неправда. И стремительно все было, масштабно все было. Вы были лично готовы к такому валу информации по своему региону? Вот, собственно, как спикер оперативного штаба. Ну, во-первых, мы готовились к войне, знаете, когда дед Кабаев выступал, и вы знаете, что всегда в своих выступлениях он отдельно вспоминает город, да, наш город, наш украинский город Одесса. Я прервал слушание, скажем так, этого выступления, этого объявления войны, пошел бы собирать свой фронтовой рюкзак, потому что понимал, война уже все, она уже не просто возле ворот, она уже входит в нашу жизнь. Хотя до последнего. Ну, честно, это правда, да. Но, может быть, все-таки нет. Может быть, что-то сложится по-другому. Первые взрывы, вот вы говорите о вале информации. Буквально 5:30 утра многие из нас, ребят, мы договаривались, ветераны отдельно, что будем собираться по определенному адресу. Для нас это была Канатная 35, там, где находился штаб самообороны в свое время, там, где находились все ветеранские патриотические организации. Мы знали, что мы будем собираться там. Мы действительно стали собираться ранним утром там. И пошел вал информации, причем информации очень непроверенной, очень неточной. Сегодня сколько вбросов существует, и во время этой войны, да, подразделение ИПСО Российской Федерации очень активно работает. А тогда это, наверное, некое было сумасшествие. И с этим надо было что-то делать, потому что людям было сложно разобраться. Но самое важное, на мой взгляд, то, что произошло с первых часов, если мы говорим об информации и о том, что с ней надо было делать, это успокоить людей, собраться всем вместе и пытаться дозировать эту информацию, пытаться воспринимать то, что не просто происходит, а как всему этому валу информации, всех этих негативных событий, нападения врага, мы должны вместе
противостоять. Вот с первого дня и началась наша информационная работа, в том числе организационная работа. Вы знаете, сегодня я ощущаю, что тогда, 24 февраля, я, наверное, по-новому ощутил не только нашу страну, а прежде всего любимый город. Потому что на канатной была вся Одесса, без преувеличения. Просто была вся Одесса, начиная от подростков и заканчивая людьми очень пожилого возраста. У нас был один одессит, я боюсь ошибиться с возрастом, там что-то около 80 лет, 78, он пришел добровольцем. Он просился, дайте хоть что-нибудь, я чем-нибудь буду заниматься. Он потом, кстати, занимался тоже боевой работой, он делал коктейли Молотова. У нас эти коктейли Молотова, я не знаю, сколько было, бутылки пустые, наверное, собрались со всего города. Это те моменты, которые сегодня, наверное, мы вспоминаем с улыбкой, но на самом деле это то, что показало город един, город будет воевать и город готов к обороне, будет обороняться. Сергей Борисович, но пока в городе происходили такие события, разворачивались совсем другие события в море, давайте обсудим с вами ситуацию, которая сложилась на острове Змеиной. Наверное, не так много людей даже понимало и в Украине даже знало, что этот остров, по сути, часть Одесской области, и, по сути, эта маленькая часть Одесской области была под оккупацией. Да, географически и административно так оно и есть. Поселок Белый из Измаилевского района Одесской области. Ну, вряд ли мы знали, конечно, об этом, да, но вряд ли кто-то из нас, да, я в том числе, об этом задумываюсь. Остров Змеиный, и звучит красиво. И у каждого журналиста, и у меня в том числе, да и просто, наверное, как говорят, туристичного грамотянина было желание посетить остров. Не сложилось в свое время. Теперь тем более хочется туда поехать, посмотреть. И в памяти, наверное, будут всплывать то информационное сопровождение исторической обороны, а тем более освобождение острова Змеиного, то, о чем рассказывал, увидеть воочию. Где-то было это, наверное, сразу далеко, но это было очень близко. И остров Змеиный действительно, он потом, вы помните, наверное, прекрасно тот момент, он стал нашей морской змеебаевкой, мы об этом часто тоже говорили. И сегодня, наверное, больше надо было бы говорить о том, что вот каким был тот момент, когда наши вооруженные силы, когда наши бойцы, я боюсь сейчас кого-то не назвать, это и Главное управление разведки, это и военно-морские силы, вооруженные силы Украины, это и наши сухопутчики, ну, артиллеристы, все без исключения, наша авиация, противовоздушная оборона, ребят, простите, если кого-то не назвал, ну и простые одесситы. Я считаю, что все причастны к освобождению острова Змеиного в той или иной мере, потому что тогда и вера была очень нужна, ну а известный курс русского корабля. Это не просто исторический момент, наверное, не просто какой-то мем, а это тот курс, который определил будущее российской недоимперии. Она, возможно, сегодня еще даже этого не понимает, не ощущает, что вот это было то направление, которое определил простой украинский боец, и вот эти прогнозы, они оправдались. Не надо быть Нострадамусом. Да. Сергей Борисович, знаете, мы в редакции обсуждали, что на острове Змеином должна появиться украинская статуя свободы в виде украинского солдата, которая показывает и указывает направление как раз этому русскому военному кораблю. Как вы считаете такую инициативу? Ну, а чего? Нет, я не против. Я только за. И ну, это действительно эта история. Вы знаете, сегодня, наверное, из моих уст прозвучат, кому-то покажутся какие-то пафосные речи. Ну, возможно, для кого-то со стороны это и так. Для меня это, я снова вместе с вами вот проживаю эту ситуацию, проживаю те месяцы войны и понимаю, что, во-первых, все было не зря. Это однозначно. И это та самая вера, о которой мы говорили в начале нашей встречи, что людям необходима была информация для того, чтобы успокоиться и начинать выполнять боевую работу. Она боевая у каждого по-разному. От коктейлей Молотова, заканчивая в итоге водружением украинского флага на острове Змеиного. Поэтому это боль, это гордость, и это действительно, почему бы нет. Я сейчас возвращаюсь к вашей идее по поводу статуи, памятника, бюста, пусть по-разному это называется. Я думаю, что
в этом есть резон. Тем более, есть резон и в том, что будет подводный музей, где все желающие смогут посетить, наверное, крейсер «Москва». Вы же о нем тоже спросите. Да, конечно, спрошу, Сергей Борисович. У нас сейчас даже есть та легендарная запись про русский военный корабль и его направление. Фраза, которая стала уже интернет-мемом, слоганом, девизом. Потом уже трансформировалась в песню, стала брендом для многих видов одежды. Вот произнесена она была украинским пограничником. Это были первые дни войны в ответ на призыв, который звучал от оккупантов с крейсера того «Москва». Давайте послушаем и с вами обсудим. Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться. По избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины остров. Я русский корабль. Повторяю. Сергей Борисович, кто бы знал, да, что уже меньше чем через 3 месяца флагман Черноморского флота Российской Федерации отправится по этому направлению. И вот, как вы говорите, возможно, подводным музеем-экспонатом станет вскоре. Я вам больше скажу, что кто бы знал, когда вы сказали, там мемы стали появляться, эта фраза действительно стала крылатой, что уже через определенный период, еще не пройдет и года после начала большой войны, например, футболки с надписью «Русский корабль» идет по известному адресу, на мне будет футболка, на которой горит «Москва». Вот не специально подбирал, так получилось. Да? И, наверное, это действительно символично. Вот мы прошли этот путь, не они. У них нет пути, путь есть только у самураев. Так вот, мы самураи украинские, у нас есть путь и у нас есть цель. Цель — освободить нашу землю. Поэтому остров Змеиный действительно это один из самых, наверное, переломных моментов, в том числе информационных, кстати, переломных моментов в этой войне. И вообще, вы знаете, как информационщики, наверное, будем сегодня возвращаться к таким моментам в том числе. Я думаю, что когда мы говорили, критиковали, в том числе и сами себя, что мы не дорабатываем в информационной войне, что мы где-то не просто даем слабинку, но, возможно, чего-то нам не хватает. Речь не о финансировании каких-то проектов, речь о том, что, наверное, какие-то посылы мы делаем не совсем точно, не совсем вовремя. Я сейчас, конечно, говорю слова критики в свой адрес, прежде всего. Но вот то, как мы начали информационно сопровождать, в том числе и не наши поражения, а временные неудачи, а потом и победы, вот это тоже сыграло ведь определенную роль. Я за Одессу могу говорить, что и город успокоился. Я не говорю, что это случилось, наверное, в первый день. И кому это было больше необходимо тогда говорить вот эти слова, обращаясь к одесситам, может, ну, мне самому, да, извините, что я о себе, а показывается и людям в том числе. Это то, что мотивирует, то, что поддерживает. И рано еще говорить о полной победе, но тем не менее, мне кажется, что огромное спасибо, очень редко об этом говорят, а я скажу, огромное спасибо всем информационщикам, всем, кто так или иначе занимается в этой войне, вот этой битвой за умы, за сердца и за души людей. Не только нас, украинцев, но и оккупантов в том числе. Хотя там вряд ли что-то уже докажешь, но это их будет. Да. Сергей Борисович, давайте еще поговорим с вами о острове Змеином. У нас есть видео. Это очень, наверное, важные кадры, которые останутся в истории, собственно, этой российско-украинской войны. Я помню, что секунду, вы меня ночью разбудите, я вам назову, что это. Вот это уничтожение катеров и техники на острове. По сути, какая длинная была эта операция, какая мощная она была, и какая она была, насколько она важна. И вот этот самый первый, можно даже вспомнить, оправдание российских пропагандистов, жест доброй воли. Это ведь тоже некий лакмусовый листочек всей этой российской пропаганды.
Абсолютно верно. Это уничтожение системы ПВО, которые на катерах «Рапторы» пытались перевозить, или на малых катерах пытались перевозить на остров Змеиный. Ведь речь шла, конечно, да, и о территории Украины, части территории Украины, Одесской области в частности, и враг хотел сделать цитадель. У него практически это получилось. Не потому, что мы были хуже, слабее, а потому что наши военные, я просто не только снимаю шляпу, я всегда говорю, что эта война пишется на украинском языке. Так вот, наши генералы, генералы, адмиралы, заканчивая матросами, бойцами, ну, они просто уникальные люди. Потому что это, знаете, было не что-то от военного, извините, садизма, то, что демонстрируют россияне. Это было желание сделать настолько все точно, кропотливо, настолько все даже изящно в ходе военной операции, что ее растягивали. Растягивали не потому, что не понимали. Как раз растянули, потому что знали, что необходимо делать, как необходимо делать. И в итоге, чем закончилась операция. Ведь вот это все жестокое, но картинка того, что происходило на самом деле. А сколько еще осталось за кадром? И потом наши разведчики, которые появятся после так называемого жеста доброй воли, они ведь тоже не случайно там были. Это тоже была часть операции. Так же, как и информационное сопровождение. То есть тут много составляющих. Я надеюсь, что когда-нибудь мы узнаем подробности, все подробности этой операции. Но это вот остров Змеиный — это часть фундамента будущей украинской победы. Да, и таких вот моментов в этой войне довольно-таки много. И ведь это еще стратегически важный такой удар был и по Черноморскому флоту Российской Федерации. За 10 месяцев или там за 11 месяцев войны сколько было уже потоплено? 16 кораблей, флагманы. То есть украинская армия переполовинила тот Черноморский флот, с которым она заходила. Все его боялись. Весь мир, наверное, боялся. Вот так все пошло на дно у берегов Одессы. Ведь мы ведь тоже употребляли. Я лично говорил о том, что Черноморский флот Российской Федерации в первые месяцы войны доминируют в Черном море. Да. И это правда. Тут надо отдать должное нашим партнерам, конечно, которые не пустили через Босфор корабли вражеского флота. Вот такие те самые ракетоносители, которые сегодня они в Средиземке топчутся. Да, у них там 70-80 ракет калибров на борту, но они не полетят в Украину. А сегодня мы не говорим о том, что Черноморский флот Российской Федерации доминирует в Черном море. С точки зрения безопасности, боевой компоненты, наверное, да. Но потому что наши союзники, партнеры не могут вступать в эту войну по определенным причинам. Я сейчас не буду о внешней политике, о внешних факторах. Тем не менее, поддержка друзей ощущается. Так вот, наш флот, наши военно-морские силы, которые все похоронили, которые убивали как вооруженные силы Украины на протяжении всего периода нашей независимости. Ну, я не знаю, это тоже уникальная ситуация. Флот, у которого военно-морские силы, у которых не было практически ничего, смогли освободить остров, смогли подбить флагман, параллельно накормить черноморского бычка. Но я не знаю, какие задачи не выполнили наши ВМС. Ну, просто, знаете, вы сейчас такие темы затрагиваете, чувство гордости переполняет. Да, но мы понимаем при этом, что от злости и мести оккупанты начали бить и по домам, и по санаториям, в том числе и по Одесскому побережью. Все мы помним ракетную атаку по многоэтажному дому в той же Одессе, когда погибла целая семья. Вот, Сергей Борисович, а сколько всего раз была атакована Одесса, начиная с февраля месяца? И каковы разрушения за весь 2022 год? Ну, я сейчас назову точно, чтобы не сбиться точных данных не буду говорить, но если по ракетным обстрелам, вообще по обстрелам Одещины, то в этом черном списке, я его по-другому не назову, обстрелянных регионов нашей страны, к счастью, конечно, мы не первые, но где-то в серединке, это по количеству обстрелов и по количеству сигналов тревоги, но и по разрушениям, по погибшим нашим согражданам, конечно, у нас тоже есть свой черный список, и он довольно большой. Я не буду сейчас называть потери, потому что во время войны это не принято говорить. Сейчас я показываю как раз жилой комплекс «Кирос». Накануне Святой Пасхи ракета вражеская туда влетела, действительно погибли люди. Сейчас дом восстанавливается, но я думаю, что
и жители этого дома уже будут другими, так же, как и мы. Что касается потерь, Сергеевка была обстреляна, многоэтажка, тогда тоже погибли маленькие дети. Тогда уникальный случай, тогда и база отдыха Сергеевки была обстреляна, когда тренер, молодой мужчина, я не знаю, что, наверное, двигало в тот момент, когда он всех своих воспитанников после тренировки сказал, надо уехать домой. Что-то чувствовал, что-то понимал. Он погиб, к сожалению. Ребята остались живы. Да, вот это то, о чем мы с вами на самом деле сейчас говорим, по главному во время этой войны. Нас всех не убьют, мы все не погибнем. Да, если нас пытаются убивать, то нас становится больше. Ну, как минимум, мы становимся крепче и будем идти дальше. Одесса довольно-таки много ударов у нас там. Попаданий много было. Это энергетическая инфраструктура, это объекты критической инфраструктуры, еще раз тоже погибшие люди там, и так далее, и тому подобное. Но Одесса выстояла. Давайте вспомним десант. Давайте вспомним десант, вот это так обошли 26 или 27 февраля, когда тот десант действительно звонили, сообщали, десант усаживается там, на территории города. Это уже об информационной безопасности. Но вот реальные бои произошли в районе Коблева. Тогда враг пытался высадить первый десант, захватить плацдарм, и уже тогда на Одессу открыт путь по сухопутному коридору. 28-я бригада во главе с полковником Гуляевым, к сожалению, погибшим. К сожалению. Я помню эту ночь, когда мы с ним на телефонной связи, и буквально идет бой, а мы обсуждаем, как подать информацию, чтобы она была, ну, во-первых, правдивой, это понятно, во-вторых, чтобы не испугать людей, но она должна быть правдивой, еще раз скажу, и должна быть победоносной, потому что наши бойцы, они уничтожили этот десант. И потом будут еще попытки, но они будут безуспешными. Поэтому сейчас мы говорим о восстановлении города уже сейчас. И это, наверное, тоже маркер того, как мы жили все эти месяцы и живем все последующие, и будем жить последующие месяцы этой войны. Ведь она далеко не закончилась, не закончится сегодня, когда общаемся с вами, не закончится, к сожалению, завтра. Но надеюсь, что победа, и я верю в это, победа и мир, конечно же, наступит. Сергей Борисович, вы знаете, вот вы вспомнили этот десант, и остров Змеиный мы вспоминали, и атаки по городу. Но ведь стоит, наверное, еще отметить, что город атаковали не только ракетами, но и фейками. Мы с вами в этом эфире очень много об этом говорили. Вот какие самые нелепые вбросы от Роспропагандистов вам запомнились за эти месяцы? Я, прежде чем о фейках, давайте скажу о том, что самолеты врага перестали с конца апреля, начала мая прилетать к нам в Одессу, пытаться бомбить Одесскую область, потому что, не ошибусь, да, 7-0 в нашу пользу. И на этом закончилось, да, там Аргентина и Майка 5-0, Одесса, Россия 7-0 по самолетам. А что касается фейков, ну, давайте самый, наверное, распространенный. Это атаки на Одессу и захваты Одессы, и все, что с этим связано. Тут тоже, я боюсь уже сбиться, недавно был еще один там, или два даже уже. Уже даже некто Константинов, если не ошибаюсь, крымский недоспикер, там очередной поход объявлял на Одессу. Их тоже было, ну уже с десяток, наверное, от разных клоунов, разных они достают. Вот, наступление на Одессу, то, что Одесса сдается, то, что Одесса... Самый главный фейк. Вот хорошо, что напомнили, что Одесса готова с распростертыми объятиями встречать российских оккупантов. Вот это был фейк. Вот это была ошибка деда Кабаева, кремлевского карлика. Ведь они думали, что зайдут сюда и пройдут по Куликовому полю или по Дерибасовской парадным маршем. Да даже если бы, не дай бог, простите меня, гипотетически такое могло случиться в силу определенных военных событий, я думаю, что те коктейли Молотова с улицы Канатной, они бы летели там на Дерибасовск. У нас опыт 2 мая тоже сохранился, он никуда не делся. Поэтому наступление на лес, конечно, самый главный фейк. Самый главный фейк – то, что готовы встречать россиян, что это русский город. Я всегда прошу и просил все эти месяцы прошлого года о том, что давайте поставим точку в вопросе украинской души. Вот пусть будет, да, украинской души города Одесса. Украинская душа была, есть и теперь будет.
не надо троеточие, не надо рассуждать о том, что есть еще есть на бытовом уровне люди, которые, наверное, могли бы и могут еще позвать россиян. Но их просто ничтожно мало. И энергетический фронт, это тоже, кстати, о фейках, да, что вот тут продают за границу, что Львов забирает в Одессу электроэнергию, да, при этом Львов стоит сам Кёльн, как и Одесса. Так, что у нас еще там? Органы наших погибших солдат. Боже, это вообще такой бред был. Да, это страшно. Огромное количество этих фейков было. Да, я даже не хочу сейчас. А оперные заминированы. Да. Да, потому что могли заминировать только мы, потому что ну, почему-то мы не одесситы, и ну, как это? Да. Вот. Но самое главное, еще раз скажу, они ошиблись у нас. Слава Богу. Сергей Борисович, очень хорошо, что вы вспомнили оперный, ведь оперный, несмотря на все ужасы войны, открылся. В Одессе прошла также юморина, пускай не с таким размахом, как в прежние годы, но все же. И пляжный сезон, хоть он и был, наверное, правильно сказать, сорван, но кому-то все же удалось отдохнуть. Вот как-то вспоминаются все же добрые моменты 2002 года. С пляжным сезоном мы тоже с вами много раз говорили. Лето пролетело, никто не заметил, да, потому что абсолютно верно, у нас 24 февраля на календаре будет до победы. Ой, сколько мы намучились с этими попытками людей выходить на пляж, идти в море, купаться. Все-таки надо, наверное, нам всем, и ваш телеканал к этому причастен, поставить все-таки, ну давайте скромно будем, маленький плюсик. Нам удалось все-таки людей многих убедить в том, что заминировано, что война, что... Сегодня надо думать об обороне, о море. Море будет, будет следующее лето, и лето уже мирное. Были трагические случаи, погибли люди. К сожалению, не достучались, может быть, не доработали. Но абсолютно верно, что в каждом месяце, в каждом событии одесситы проявляли характер. Юморина, вот сейчас оцениваю, нужна ли она была даже в том виде. Многие скажут и сейчас, нет, не нужна. С другой стороны, когда я говорил о том, что у нас наши центры отдыха, мы не называли их центрами развлечений во время короткого сезона. У нас не было дискотек, у нас не было концертов, потому что безопасность, потому что вражеские обстрелы. Мы говорили о центрах развлечений, о том, что наши бойцы, в том числе приезжающие с фронта, должны отдохнуть, подышать свежим морским воздухом. Да, он тревожный, но он морской воздух, он наш украинский воздух. Надо работать предприятием. И во всех этих моментах мы находили повод и улыбнуться, и посмеяться, подбодрить друг друга. Я думаю, что по-другому бы Одесса не выжила. А учитывая наш характер, то мы выжили и будем жить дальше. Сергей Борисович, ну, наверное, еще одно важное событие 22 года – это работа зернового коридора. Мы помним и обстрел Одесского порта. Сейчас ведь все работает, насколько это возможно, планово. Правда ведь? Да, вот, кстати, это кадры, когда еще 24 часа не прошло после подписания этой зерновой инициативы, в Одесский порт прилетело. Ну, я же говорю, мне ночью разбудите, все расскажу вам. Зерновое соглашение работает, как бы кто там ни старался. А, как всегда, баба-яга против, мы говорим о Российской Федерации. Украина, наша роль, наверное, нашей страны, президента, внешнеполитических сотрудников, ну, просто... Это тоже для истории уже. Турция, Организация Объединенных Наций. Наверное, в мире таких примеров в 20 веке не было, не то что в 21-м, когда так сработали. Работают порты Большой Одессы, это главное. Работает коридор, работают суда. Люди доверяют вооруженным силам Украины и самой Украине, направляя сюда свои суда под загрузку. Надеюсь, что будет расширяться номенклатура агропромышленной продукции. А 15 миллионов тонн агропромышленной продукции практически на 31 декабря – это не показатель. Это показатель огромной работы. Огромной работы большого количества людей. И пример того, как Украина, которая пережила сама голодоморы, проект президентский, передает зерно тем странам, которые не воюют, но находятся на грани голода, отрывая от себя, отрывая от бюджета нашей страны. Зерно идет в Африку, зерно идет в Азию, украинское зерно.
Ну, это тоже уникальный случай. Вообще, эта война это уникальное явление, которое войдет в историю цивилизации. Я сейчас не побоюсь таких сравнений. Работает и будет работать зерновой коридор. Я в этом уверен. Сергей Борисович, ну и коротко так уже напоследок. Мы вернемся к тому, с чего начали. Говорили о том, что оккупанты вновь смотрят сейчас в сторону Одессы. Путин в свое время называл Одессу городом возможного яблока раздора. Какой ответ у одесситов на все эти заявления? Ой, я не могу это в эфире сказать. Ну, как-то... Ну, я... Давайте так. Россия дно, Путин... Мы помним, да. Сергей, спасибо, Сергей Борисович, спасибо вам большое за это интервью. Спасибо вам, да. Сергей Брачук, спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации, был с нами в эфире «Фридома».